Только что произошла авария, вот ребята, мы ехали за ними, баба вышла им навстречу. Все живые? Все живые. Все нормально. Все, пиздец, машины нет. Вызывай, гори. Машины нет, она просто вылетела на встречу. А кто за рулем был? Вы живы, здоровы, нормально все с вами? А как же вы так, девушка, не посмотрели-то? Что случилось-то? У вас вроде все нормально было. Вы просто ехали-ехали и бах, на встречке оказались. А как так получилось-то? Случайно. Отвлеклись просто? Да, прям как не слышно. Что, чем помочь можно? Чем можно помочь? Что болит? У него это, брофер сечена. Не-не, просто вытащите вещи сюда просто. Пиздец, блядь. Слушайте, вы еще от нее ушли, блядь. Да, еще мы сюда завернули. Я охуел, когда увидел, что она на вас поехала. Она прям... Да я видел, я прям вот, блядь, на моих... Я торможу, все, пиздец, не еду. Да слушай, вы ехали вообще, блядь, 40 километров в час. Мы разбились. Вы еще увернулись от нее. Все нормально, спасибо. Давай, давай. Убери компьютер. Остановить. Там надо завязывать. Ну, хватает бинтов или нет? Или принеси хватает. Там посмотреть. Я не знаю, как мотать. Надо голову заматывать, что ли? Девушка, закройте рот свой по-хорошему. Вы не надо своим я говорю, рот закройте свой по-хорошему. Я говорю, я что, блядь, неясно говорю? Я уже заебался тебе объяснять, блядь. Не надо, блядь, сейчас тут накалять обстановку. А не надо с фотоаппаратом бегать здесь вперед, от машины к машине. Какая тебе разница? Убили ребят. И тут пиздишь еще стоишь чего-то. Тебя, блядь, уже нормально пытаются объяснить, чтобы ты рот свой закрыла. Ты не понимаешь, что ли? Вы на свои глаза посмотрите. Что мне на мои глаза смотреть? Я приехал из Москвы, поехал, бля, хуй знает сколько часов. И тут вы, блядь, две охуевшие, чуть не убиваете почему ребят. И ты еще стоишь, блядь, что ты объясняешь? А потому что... вы мне тыкаете? Вы мне кто? Ты пьяная, что ли? Какая? Ты пьян, ну от тебя пахнет. Я не обкурен, я могу сейчас метод освидетельствовать пройти. А ты пьяная? Ну я-то трезвая. Я думаю, и вы, значит, выпили. Я трезвая. Ну сейчас это проверим, сейчас на экспертизу поедем, сдадим кровь и посмотрим. Ну а как, вы просто так, вот я ехал, бля, я реально все это видел. В этом месте она просто вот так пошла навстречу. Да, он ушел от нее, все уже сюда, она его ударила все равно, ну и дальше все, что увидим. Так, где у вас, Так, может, это машинка выйдет? Скорую? Нам надо скорую. Ну, у него вообще бровь рассечена. Мы вызвали скорую. Вызвали, да? По поезду. Да. Честно, вас как зовут? Эрик Давидович. Я не пострадал в аварии. Нет, все, куда? Скажите, пожалуйста, а метод свидетельственный на месте возможно или нет? Нет. Невозможно, да? Угу. Вот пострадавший был. Вот. Ну вот, да. Здесь вроде все живы, но здесь... И рука, больше ничего. Я водитель. Голова и рука, вы сознание теряли. Я сознание не терял. Зачем? Вот, ребята. Да не, ну это пиздец. Бля, а там тоже тотал. Ну да. Вот так вот бывает, вот так. Она вот пошла, где-то там, где наша стоит. Где машина? Она пошла на встречку. То есть мы просто едем еще, не быстро. Я хуй, это был бы полный пиздец сейчас. Я не представляю, что сейчас едет. Я представляю. Вон, колесо, на обочине. Да, дома прижался, нас что-то еще не перевернуло. Я думал, нас сейчас перевернет вообще. Рома уж руль выкрутил на одном колесе передний и удержал машину. Бля, ну я охуел, когда это... Я это видел все.
Это пиздец. Я гарантирую, что мы в крови найдем алкоголь. Я уверен в этом. И у вас, и у них, 100%. Слушайте, ну как можно по пустой дороге просто въехать в лоб, скажите? Девчонка за рулем года нет. Года нет? И что, она просто взяла и пошла на встречку? Она вообще трезвая, как стекло. А вы все видели? Я в самый последний момент ей кричу, уходи, и уже было поздно. Вот и все. Мы просто все увернулись на этого комара, но я рассказала, как все есть. То есть вы ловили комара? Мы все ловили этого комара. И в последний момент, когда уже все это... Ну, говорю, у вас четверо в машине, вы четвером? Ну, сзади они сидели, мы вдвоем сидели. И вот мы этого комара ловили. Говорю, как есть, понимаете? Ничего не придумали. Все как есть, с самого начала. Не ожидала такой реакции. Не, ну а как злость? Конечно, испуг. Мы виноваты. Ну и что, ну испугались они, поэтому и кричат. Ну что не ясно. Я просто обидно, послушайте, просто обидно. Я подошел, хотели помочь. Да. Резюмируй. Ну а что тут резюмировать, блядь? Сколько раз говорили, блядь, что нельзя, блядь, женщинам, блядь, доверять руль. Ну вот. Потому что, тем более, когда они везут, блядь, пьяных мужчин. Ну, пиздец, что, блядь. Тупая курица, блядь, села за руль, блядь. Как она сказала, я не справилась с управлением, я это признаю, я задумалась и засмотрелась. Пиздец, ладно, мы приехали из Москвы, засмотрелись на красивый вид. Блядь, на что она здесь засмотрелась, вот я никак понять не могу. Может, голый кто-то бежал.